Два дня, 20 тысяч предпринимателей под одной крышей. Своими историями успеха и прогнозами на мировом финансовом фронте делились самые известные спикеры мира. В их числе Ричард Брэнсон, Герман Греф, Насим Талеб. Все это Synergy Global Forum 2017. На форуме обсуждались главные темы, волнующие мир бизнеса. Предпринимательство, лидерство, личная эффективность. Как переосмыслить подход к бизнесу и к жизни в целом? Как сосредоточиться на главном? Об этом рассказал лауреат премии «Лучший бизнес-тренер России», основатель Международной бизнес-академии IBA, доктор экономических наук Роман Василенко. Когда у тебя цель перед глазами, ты забываешь про все. Генри Форд сказал, препятствия – это пугающие вещи, которые появляются только тогда, когда ты перестаешь смотреть на свою цель. По словам спикера, главная цель таких форумов – расширять класс бизнесменов-предпринимателей в России, чтобы сократить утечку человеческого капитала за границу. Уже вырос наш потенциал бизнес-спикеров, лекторов и бизнес-тренеров, которые в состоянии делиться своим опытом. Мы уже вырастили своих, и я хотел показать то, что у нас есть свои собственные спикеры и лекторы, которые могут обучать, которые могут передавать опыт, и нечего тянуться за заморскими. Наши ничуть не уступают. К основным качествам каждого успешного бизнесмена Роман Василенко относит позитивное мышление, умение принимать решения и способность держать слово. Если ты дал слово как бизнесмен, ты должен его уметь держать, потому что это твое имя, это твое уважение. Мы действительно можем с помощью нашей молодежи, с помощью таких форумов сделать Россию страной номер один. И самые лучшие возможности для бизнеса, для поднятия, для интеллекта, они находятся в нашей стране. Synergy Global Forum организован университетом «Синергия» и проводится в Москве, начиная с 2015 года. А в конце октября этого года мероприятие впервые прошло в Нью-Йорке. Аудитория составила 5500 бизнесменов и предпринимателей. Тогда в число спикеров вошли Стив Форбс, Джек Уэлч, Джордан Белфорд, которые представили эффективные мировые практики. Ты на правильном пути, если ты испытываешь страх, значит, ты выходишь из зоны комфорта. Зона комфорта и успех не имеют ничего общего. Самая главная инвестиция – это инвестиции в твой мозг, в знания. Нужно расширять свою личность, нужно расширять свою зону комфорта и нужно постоянно следовать за временем. А многие бизнес-тренеры, многие предприниматели на сегодняшний день ставят своей главной целью извлечение финансовой выгоды или прибыли. Очень важно на сегодняшний день поставить такую систему обучения и такой бизнес, который помимо финансовой составляющей имел бы еще и социальную значимость, пользу для государства, пользу для народа, для людей.